Шаня пошел знакомиться. Не смогли мы его выковырять с клетки. Утриша. Утриша. Вот она, Степашка. Тихо, тихо. Тихо, маленький, не бойся. Страшно, скажи, я ж никогда не видел енотов других. Тихо, спокойно. Все, все, все. Степашечка, да мои вы золотые. Ой, когда же это, скажи, закончится, да? Ну что ты, что? А я чего? Это не я. Маленький мы. Его кастрировали перед приездом к нам. Так что одной заботой меньше. Вот. Обещают ежемесячно помогать ему на корм. Сказали, если вдруг заболеет или еще что. Звонить, писать. И если уж совсем не приживется, то будут решать, куда его определять. Да не бойся, мой зайчик. Зайчик, не бойся. Вот. Поэтому на связи люди сами сели на поезд, приехали, привезли его. Вот. Так что посмотрим, как. Блин, зая, может быть, и клетка не нужна будет. Он, конечно, их боится, но он их не атакует. Так что я понаблюдаю сейчас за ними. Ну, если выйдет в клетку, конечно, в клетку, чтобы нам спокойно выйти можно было отсюда. Степашка. Теперь у нас и в этом вольере есть своя злая женщина Боня и свой Степаска. Степаска, надеюсь, не пугливый будет, а хороший и добрый. Да, Утриша? Каза, я вот тоже такая была, да, ёзык мой? Каза, теперь я добрая. Да, за Санёк уже добрый. Мишаня. Так, кто меня на вкус тут пробует? Степан. Стёпочка. Не бойся, малыш. Я одеялку убрала. Вы что, говорит, домик разобрали, чтобы он это, выкурить его оттуда. Он не выходит. Все. А чего испугался? Видишь? Папа тебе на вкус свою ручку дал попробовать. Все спокойно. Все будет хорошо. Все хорошо, маленький мой. Все хорошо. Все нормально. Все, да. Все. Все. Главное, чтобы он с Саньком подружился. Вон он, Санек. Мы сейчас уйдем. Уйдем. Танюх, сейчас мы уйдем. Сердечки пораскидали. Да, Бонь? У нас своя злая женщина Боня есть. Ты что на меня быкуешь, а? А с тобой нормально она, Миш? Не знаю. Бонька. А с детьми нормально, сейчас дети заходили, с ними хорошо. Еноти. Ой, еноти, смотри, это родня твоя. Не бойся, они тебя не обидят. Они уже это, к ним чуть ли не каждый день новенькие заселяются. Они говорят, о, еще один, тьфу. Да, посмотрим, кто там. А, ему еще яйца отрезали. Да нафиг он нам нужен. Короче, ладно, чтобы мы тебя не видели, не слышали, можешь жить. Будешь быковать, скажи, люлей коллективных отхватишь. Глянь, как это, они дышат здесь все. Окно, глянь, все пропотело. Опачки. А куда ты, товарищ? Ты куда пошел? Все. Ну, пожалуйста. На клетку можно положить им. Пускай кайфуют. Может, кто-то на клетке захочет поспать. Может, кто-то в клетке захочет спать. Не будем пока выносить. Мы колесо отсюда убрали. Вот. Вот так вот. Будку пришлось разобрать. Оп-оп-оп. Где мои сладенькие? Где мои холосенькие? Мишань, пойдем посмотрим. Степочка, только не виси на решетке. У меня сердце болит, когда вы на решетке на этой висите. Смотри, сколько места тут. Всем вам хватит места. Да, да, малыш мой. Все нормально будет. Так, ну все, мы пока во дворе. Управляемся, кормим. Поэтому это, на чеку. Мы с листом на чеку, да? У нас теперь поделилось тут 5 немолодежи. И 4 молодежи. Вон она, молодежь там. Лазит, лазит там молодежь наша. Ой, господи, я не представляю. Я в некоторых вижу, как еноты вот в таких клетках сидят ночью или сидят днем, когда, или когда нет хозяина. Как можно сидеть в такой клетке? Для меня это вообще взрыв мозга, блин. Мне жалко. У меня клаустрофобия. Вот если бы меня в клетку бы в такую закрыли бы на ночь, я бы, наверное, или клетку бы прогрызла, или умерла бы от инфаркта. Где? Давай сюда, домик, зай. На, эту дощечку забыл. А что? Не надо, они вон и так лестницу разбирают. Ну вот. Ты где мой холёсий? К Ванге пристроился Санёк этот? Ты что подругу свою бросил, Сань? Так нельзя делать.
Дяди мои котики. Что? Мы скоро с тобой чухаться будем. Мы так чух-чух-чух будем. А, знаю я тебя хитрый. Ты как Бонька. Моя девочка. Ну что такое? Что? Вангулик. И Танюшка. Танюшка. Не бойся, малышка. Ты моя ты девочка. Да моя ты умница. Господи, вздрагивает от каждого прикосновения. Тебя били, что ли? Я не пойму. Вроде вместе вы с Санькой жили. Ты чего так боишься? Тут никто у нас никого не обижает, маленькая моя. Ничего. Сейчас я управлюсь и приду к вам. Да. Кресло себе какое-нибудь принесу, да, Мисань? Кресло принесу. Все, прошарили. Ничего там сверхъестественного нету. Вкусняшку нашли. Вкусняшку. Ну, конечно, вы ж таких не едывали никогда. Никогда не едывали таких вкуснясок. Ну, чего ты, малыш? Свежий воздух тут. Да, хорошо тут. Зайчик мой. Друзьяки тут, сородичи твои. Ну, общайтесь, короче. Если что, кричите. О, уже там на вынос готов. Колёсико. Да пусть колесо туда пока так стоит. Если уж опрокинут, отнесем в конюшню. До весны. Ой, ой, Мишаня, Мишанечка. Да пусть и домик стоит пока. Нюхаю пусть. Пусть.